Красивый остров посреди Индийского океана. Тут тихо и спокойно. Но так было не всегда. В 2004 году в Индонезии произошло извержение вулкана. Оно было настолько сильным, что вызвало цунами, которое дошло до многих стран. И Шри-Ланка была в их числе. Сейчас об этом напоминает мемориал, статуя Будды, высота которой соответствует уровню воды цунами. Кстати, по поводу Будды. Буддистов на Шри-Ланке почти 80%, и на острове очень много буддийских храмов. Вот как раз один из них. В некоторых местах можно встретить и католические храмы. Доброе утро. Время где-то в районе 6 часов. Мы сейчас выезжаем, поедем в город Элла, в горы, посмотрим водопад, посмотрим 9-арочный мост, ну и просто прокатимся вдоль побережья. Вся дорога займет где-то в районе 300 с лишним километров. Ну, в общем, поехали. Ехали 2 часа. Я хотел поехать по большой трассе. В результате по этой дороге не пускают мотопеды, а можно ехать только на машине. Поэтому мы поехали по деревням. И получилось так, что поехали в объезд по кругу. В результате того, чтобы просто минут за 40 доехать до того места, до которого мы доехали, а где мы находимся? Мериса. На дорогу ушло 2 часа. Ехали, остановились на пляже, купались, полежали, позагорали. Сейчас пообедаем и поедем дальше. Покормили собачку остатками своего ужина. Доехали до Эллы, 100 км, потому что 2-3 часа времени потеряли из-за того, что пошел сильный дождь. Достаточно серьезно промокли. Вчера ночью приехали в этот отель. Находится в таком парке, несколько домиков. У нас с собой было всего денег 10 тысяч, 8600 из которых нужно будет отдать за жилье и за ужин завтраком. В итоге мы назад вернулись в Кикаду, сходили на рынок. И на следующий день поехали в Коломбо. В общем, мы проехали где-то 20 км, ну, может быть, так, силы 30. Начался очень сильный дождь, а у нас нет дождевиков с собой. Поэтому пока ждем. Все, дождь прошел. Ну, минут 15-20 где-то. Мы вот под этим навесом переждали его. Сейчас едем дальше. В общем, мы опять проехали 10 минут, и дождь опять сильный пошел. Стоим, ждем.
Мы приехали, остановились в пекарне позавтракать. Взяли сосиску, Вали. А она в упаковке. Хочется вот у них спросить, зачем они это делают вообще? Почему нельзя распаковать сосиску? Как я должна сейчас ее разговаривать? Вкусно? Да. Пляж. Хотели дрон запустить, но здесь рядом вертолетная площадка, и здесь глушит сигнал, здесь не летает дрон. Ну, очень красиво. Сломался мод, второй раз сломался замок в багажнике. Пришлось, короче, ремонтировать. Были сейчас на черепашьей ферме, смотрели, как растут черепахи, слушали, какие они бывают, сколько вырастают, как яйца откладывают и что они их спасают. В общем, бред какой-то, запиши без меня. Здесь рядом с пляжем живут люди, они вылавливают черепах, селят к себе в бассейны и устраивают экскурсии для туристов с этими черепахами. Черепахи живут вот здесь, прямо в бассейне, вот эта маленькая, один месяц ей. Эти прям большие. Да, эти побольше. Но вот та по весу где-то 10 кг весит. Да она... ладно. Ну да, это в два раза больше. Как рыбки. Интересно, они кусаются? Его зовут Майкл Джексон. Девочка его так назвала. Сколько весит, как думаешь? 4, 3, 5. Прям дерутся. Вот у этого прям такая голова. А это прям маленькие-маленькие выращивают здесь. А здесь черепахи, которых покусали, акулы. И они никто не могут жить в большой воде, для них это лучшее жить вот в этом резервуаре, иначе они погибнут в большой воде. Потому что они не умеют плавать и не смогут существовать. 8 разновидностей черепах бывают в мире. На Шри-Ланке, сколько? 5 видов на Шри-Ланке. Но они говорят, что они их не употребляют в пищу, что они их спасают, выращивают здесь. И пока они растут до 3 месяца, и через 3 месяца они их выпускают в море. Ты веришь в это? Ну, вполне, да. Ты, кстати, когда писала отзыв, там была корзина для донейшена, над тобой висел панцирь огромной черепахи. Я не обратила внимания. Может быть, они ее расчленили и съели внутренности? Нет. А может быть, просто она пострадала и... И умерла, а панцирь остался.